Страх не защищает ни от чего. Тревога нет. Если вы боитесь, вот любой, вот там, я не знаю, на самолете разбиться, вот, страх не помогает самолету летать. Вы удивитесь это. Вот. Нету такой функции, что если все, чтобы весь самолет забоится, так он вообще просто в стратосферу выделится. Ну, нет такого, нет, не помогает. Вот. Помогает интеллектуальная деятельность. Я чего мышлением-то занимаюсь, думаете? Что, мне нечего делать больше? Нет, потому что полезная штука.